Приветствую всех зрителей моего канала. У нас сегодня вышивальная встреча 8 января 2023 года. Девочки принесли свои работы. В предыдущем видео, где мы встречались, там девочки о себе рассказывали. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Сегодня только покажу вам работы, и у нас будет обмен подарками. Ждем Олю. Девочки, у нас за окном минус 31. Сегодня не все приехали, потому что не у всех машины завелись. Мне повезло. Вот это многоцветка. А чья схема? Смолт-стич. Смолт-стич? Да. 238 цветов. 238? Да. Вот это просто. Девочки, я свою императрицу еще не начала. Каждый раз меня в комментариях спрашивают. Я вообще не вышивала. Декабрь месяц, потом будет трансляция, поподробнее расскажу. И как вот это вышивать? Вот это вот не скучно? Нет, я люблю один цвет. Ой, а здесь не скучно, здесь одиночки. Да, тоже. Там шахматка. Шахматка. Ну вот такую площадь я бы, наверное, не смогла одним цветом. И сколько ушло времени вот на эту работу? Около 2 лет уже я вышиваю вот эту часть. Потому что в апреле 21-го года начала. Около 2 лет? 2 года сколько, да. А параллельно еще какие-то есть работы? 9 работ. А, 9? Да. Ну, тогда... Есть и поменьше, и побольше. Но люблю вот именно большие. Хочется в квартире такой масштаб увидеть. На пяльцах? Да, на пяльцах, к сожалению. А то не видно, круги не видно. Квадраты вот. А, квадратные, да. Нурги? А, вот они. Да, большие нурги, да? Угу. А держатель для пялец или так в руках? Нет, я вот прям на коленке кладу. Без держателя, да? Да, без держателя. Хотела раму, но я на диване вышиваю, мне неудобно, такая огромная, невозможно будет. У меня другие работы, 70 сантиметров, которые в ширину. Вот, ой, наоборот, по 60, там меньше. Вот их можно. Угу. Потому что рама на 70 сантиметров уже вот, 3 тык получается. Ну вот в многоцветках самое сложное – это организация процесса. Так-то вышивать то же самое, да, что и да, маленькую работу по схеме, а вот организация. Гамовские 5 органайзеров. И расположиться, вот, чтобы удобно, вот эту простынь. Да, да, конечно. Особенно когда кот, он любит на нитках лежать. Угу. Девочки, я вам еще не сделала обзор. Это авторские схемы нашего дизайнера оренбургского Лены Карачун. Оставлю вам ссылочку на нее. Ну, уже сделаю вам небольшой анонс. Девочки, я купила 2 набора. Лена комплектует наборы. Посмотрите, какая прелесть. Это Василиса. Естественно, Василису я купила. А это хозяйка Медной горы. Посмотрите, какая прелесть. Эту я еще пока не купила. Она еще только в процессе. Она отрисовки. В процессе. А, в процессе отрисовки. Еще нет, да, готовы? Нет, вот какой царевич. А, девочки, я купила царевну Несмеяну и вот эту Василису. Сделаю обязательно вам обзор на наборчик. Но Лена продает отдельно схемы и также комплектует наборы. Ну, вы знаете, что я люблю наборы, поэтому я купила полные наборы. Уже вам небольшой спойлер. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какие красивые лица. А есть еще Снегурочка, будет скоро, да, Лен? Уже готова? Угу. Наши. Посмотрите, какие красивые глазки, губки, как все прорисовано. И здесь еще не закончено. И посмотрите, стразы какие, камни. Вот она, Василиса. В прошлый раз я видела Василису, еще не было. Она была вышита, но не было еще страз. Посмотрите, какие красивые. Прелесть. Новогодние игрушечки. Я сегодня тоже принесла новогодние игрушки. Все-таки рождественская встреча. Так, это не мои игрушки. Девочки, меня каждый раз в комментариях спрашивают, где купить нарезку ниток к авторским схемам.
магазин «Радуга вышивки», Оля. Магазин находится в Оренбурге, но пересылку можете заказать. Ссылочку оставляю вам под видео. И также у Ольги я беру равномерку. Не всегда все есть в наличии, но можно заказать под заказ. Мне, в принципе, удобно. Так что ссылочки все под видео. Девочки, я принесла вот свои игрушечки. Отшив по каждой игрушке, вы сможете посмотреть в отдельном видео. У меня есть плейлист «Готовые работы», и там все это есть. Поэтому много уделять внимания не буду своим работам. Девочки вот тоже принесли. В основном здесь по авторским схемам вышивки. Есть и по наборчикам. Но обычно на встречах не очень хороший звук. Поэтому много девчонки не будут в этот раз рассказывать. Предыдущее видео очень длинное, и там подробно. Посмотрите, это игрушечки от Эмпы Студии. У меня тоже такие есть, я хотела их вышить, но их очень сложно вышивать при искусственном освещении, потому что они бликуют. Видите, вот такой с глиттером. Я, кстати, взяла, хотела повышивать, но мне было сложновато. Нужно вышивать при дневном освещении, тогда меньше бликует. Ну вот, видите, нас девчонки уже отшили. Кстати, у меня вышиты игрушки от Эмпа Студии. Щепка. Фирма Щепка. Ну, это то же самое, что Эмпа Студия. Я вам тоже покажу. Я сегодня их не взяла, потому что я еще не приклеила заднички. И посмотрите, вот какая коробочка с игрушками. Многие девочки у нас любят вышивать небольшие работы. Кстати, вот это, по-моему, тоже Щепка. Очень достойные работы у Эмпа Студии. Вживую они смотрятся еще лучше, чем на превьюшках. Обалденная красота. У меня тоже вот эта серия есть, но я еще к ней не приступала. Очень красиво. Саночки. Так, саночки. Саночки — это украинский производитель. Так, вот тоже МП Студия. Оп, какой большой щелкунчик. Какая прелесть, девочки. Ох, ангел, он какой большой. Вот этот ангел. Так, это, по-моему, волшебная страна. Могу ошибаться, но похоже. Елочка. Ну да, у меня тоже такая елочка. Это волшебная страна. У нас сегодня будет обмен подарками. Я принесла там набор, шоколадку. Так. Девочки не будут знать, кому что достанется. Будет лотерея. Какой домик. Так, это от Панны домик. Пряничный домик. Номерочки. Мой будет 10. Девочки, а чей вот этот арбуз? Кто вышивал арбуз? Познакомимся с Катей. Катина работа. Это Овен. Арбузный фреш. Вот, я вышивала его, наверное, год, потому что много работ вышиваю. На 14-й конве, 14-й аида, черного цвета. Первый раз вышивала. Наверное, это первый и последний. Сложновато все-таки для зрения. Ну, очень красиво, эффектно. Девочки, работа эффектная. Кто на темной канве вышивает, я думаю, прям... Капельки немножко я сама добавляла, потому что мне одна капелька не понравилась, я по-своему сделала. Вот, получается, в левой части уже как бы, как же фантазия. Вот, если интересно, можем сейчас его разобрать и посмотреть. Я, конечно, да, это не мю. Ну вот я увидела эту королеву, я в нее влюбилась. Вот что-то мне прям так захотелось. Но здесь ниток Мулине ДМС нету, здесь другие нитки какие-то. Будь такие подбирать. Огромные схемы. Ну, а там не подбирать, там номера-то есть. Ну, мне так... Лучше вышивать все по номеру. Да, ну тут сейчас я вам покажу, что там какие, чего там только нет. Дорого. Даже оптом он стоит. Тоже. Дорогой? Очень, да. Сколько нулей? По 7 тысяч, по-моему. А потом мы так сейчас делаем. Вот это Оля сейчас нам покажет, что она купила. Да. Подарок себе на Рождество. Ну ничего, я тоже вон два набора Лена здесь купила. Здесь вот, конечно, главное, что это винтажный вот этот Белфаст.
Две иголочки. Это вот оригинальная, да, в наборе была вот эта вот. Да, это все. Ну, это канва обычная, Белфаст 3009. Набор говоришь? Мини-набор говоришь? А такой же есть. А он называется мини, вот смотрите, мини-набор. Видите, половина набора даже, как бы, когда я его покупала, мне там про это не написали, конечно. Но я так 7 тысяч половина набора? Стоит. Ну, комплектации нет, только ДМС. Остальное все есть. А, нитки еще отдельно. Да. Понятно. Нитки еще надо покупать. А, девочки, а это вот Кэшл 28 это тоже такой есть. Король Артур. Я не могу сказать, я вообще никогда, ну, мне особо не нравилось это меню, а вот эту вот королеву я когда увидела, мне прям очень. Да, она прям такая вот яркая, ну, я вообще люблю яркое что-то. Красного, зеленого. Вот такие вот схемы здесь, смотрите. Как будто как винтажная такая бумага. Ну, да, они... Вот это вот одна половинка. Здорово, большая. Вот это вот вторая половинка. Так, ну сколько ты себе планы ставишь, за сколько лучше? Девушки, я юбку не довышивала. Да. Дети уже никуда не поступают, Оля. Теперь отмечать как. А вот это вот отдельно именно для тут вот глаза и вот эти все украшения. Вот эти вот у нее вот это вот все по. Как она называется? Мантии вышиваются вот этими вот, вот они как стебель. Вот. Стеклярусами. Нет, это стежок, он как маргаритка, что ли, он называется, я не помню точно. Вот, и плюсом здесь идет, значит, бисер. Вот. Бисер. Ой, какие? Они ой, еще какие? Со всякими эти вот этими вот, какие? Да, но просто наклеечки подписаны цвета. Mm-hmm. Тут все, конечно, на русском тоже есть. Я, ну, как бы мне не проблема, но на русском есть все. Mm-hmm. Вот смотрите, сколько бисера. Шикарно. Вот, вот такие mm-hmm. вот ниточки. Это вот для коса, по-моему, mm-hmm. у нее yeah. где. И вот эти вот нитки. Эти бобиночки, как наперстки такие. Она тоже с блеском идет, ниточка. И ей вот вышиваются вот как раз вот эти вот маргаритки. Ну вот. И где-то еще что-то ими вышивает. Или двумя они. Они, потому что вот, видите, отмечены разными цветами. Вот 3024 и 3078. Вот они идут. Да, вот 3024 и 3078. Так что вот, я не знаю, конечно, особенно по бумажке вышивать, как я сейчас это буду, я не знаю. А, там же сагу прибудет, да? Нет. Ну, если только заказ, то перенабор заказ. Я вот думаю, косы я заплела, да. Там, ну, надо было вышивать, я и сделала, заплела косы. Это авторская схема? Это Риолис. Нет, это Риолис. А, Риолис, шерсть, видишь, она? Шерсть, да. И вот сюда вот в корону, ну, блеск вот это добавила, да, ниточку, чтобы с блеском было. Ну, и снежинки. Телефон по-быстрому, чтобы не искать тебя. Оля, а что это за набор или авторская? А это авторская схема, я ее уже приносила, вот я ее прям не... Она у меня еще сейчас... Я ее выкладываю в совместник у меня в группе, там, круг тепла мы. Ну, такой у нас, лайтовый. Ну, вот. Тут с птичками будет. Сейчас я на псаге тебе покажу. Девочки, а вот это Риолис, вот эта работа? Мы тоже гадали-гадали. Вот это что за работа? Ну, вообще не шерстью, поэтому вряд ли. Нет, значит, наверное, золотое руно, нет? Или Алиса, похоже. Надо узнать, вроде мельчикова. Девчонки, кто Риолис вышивает? У них сейчас все наборы в белой упаковке, что шерсть, что хлопок, да? Я зашла в иголочку и смотрю, они все белые висят. Так неудобно, я же шерстью не вышиваю. Это надо каждый набор брать в руки и переворачивать, и читать. Даже на титульном листе не написано. Так неудобно. Я раньше подходила, их только красненькие смотрела, хлопковые. Зачем они сделали все одинаковые? Заблуждение, чтобы ввести. Ага. Сейчас я покажу. А я шерстью не вышиваю. У меня аллергия на шерсть. Нет, я тоже вышиваю. Вот, а вот я же не знаю, аллергия, что у меня нос. Да, чешется, ну да. С кимурчицкой. Я им попал в 17-м году. Уже 8-й год пошел. У меня императрица тоже будет лежать лет 10. Не, ну ты понимаешь,
все равно, если хочется, ты будешь вышивать. А если нет, то как бы оно так и заброшенное остается. Все хочется, а руки всего две. Оторвала бы. Еще и спины иногда не бывает. В отказ уходит, не говори. Вот еще сколько работ. А я этот стол-то не сняла. Это чудесная игла. Набор от чудесной иглы. Вот это, по-моему, МП-студия. Маки какие красивые. Девочки, а чьи вот эти маки? А? Твои? А я не видела, у тебя на канале есть видео? Канал Татьяна, вышивка от души. Вот маки. Это кто производитель? Риолис? Угу. А вот это вот МП-студия чья? Тоже твоя? Да. А вот эту канву заменяла? Это цвайгерская канва, да, я меняла. Цвайгер? Она такая уже идет. Смотри, вот здесь она не прокрашенная, да. А здесь специально уже с разводами. 14 каунт, да? Угу. Специально красивая сиреневая. А я не видела, что у них есть вот цвайгер. Ну, я давно покупала, поэтому я не знаю, сейчас есть такое, нет? Но она прям сюда идеально подошла. Да. А я думала, вручную окрашена. Нет, нет, нет. Нет, у них она как печатает. Понятно. Вот это красивая тоже работа. А это кто производитель? Это Риолис. Риолис. В наборе, да, был? Да, да, это полностью набор канва, все, все. Ничего не красиво. Угу. Там триптик, там еще две работы. Угу. Вот на превью, когда смотришь, непонятно, да? Ну что вот это вот бисер. Вживую намного лучше работа смотрится, чем на фотографии. Начинаем наш розыгрыш, да. Лотерею. Да. Номер 9. У кого? У меня. С точкой внизу. Это пока. Ой, такая сумочка классная. Номер 10. Я. Спасибо. Потом покажу, девчонки, да, что мне выпало. Номер 11. У меня. Номер 1. Спасибо тебе. Пятый. Я сама скину 400. Да? Спасибо большое. Номер 8. Это мое. Мое. Мы в этот раз сделали по-другому, чтобы у нас не совпали ни у кого номера. Так. Номер 6. Номер 4. Ой, у меня. Ох, так, номер 3. И последний. Номер 2. Это от меня. Спасибо большое. А это мой подарочек. Игрушечка. Лента канва для вышивки. Цветочная коллекция. Схемы. Схемки. Смотрите, сколько много схем. Цветочная коллекция. Показываем каждый подарочек. Подарочки показываем. Смотрите, какая красота. Ой, ой, вау. Кому спасибо сказать? Сейчас, девочки, все. Давайте я поближе сниму. Нет, там новогодние. Спасибо огромное. Вообще. Всех наборы вышек. Да, как же. Красота какая. Да, вообще. С Рождеством, девочки. Поздравляем всех. А блокнотик для записывания желаний.